Насчет русского языка в регионах. В прошлом году мне пришлось сидеть в Москве в аэропорту, нелетная погода была. У меня где война, а там родственники, я летел на Украину. И нас привезли через какое-то время в гостиницу аэропортовскую. Значит, на 100% обслуживающий персонал был наши соотечественники. Два человека только было из Бишкека. Все остальные – Ошская область, Джалаватская область и Баткенская область. Без, ну, стопроцентно, я вам говорю, они говорили без акцента. Они несли с собой высокий русский язык, и никто из них не сетовал, что учителя русского языка в регионах заставляли их нянчить своих детей или там убирать огород, и поэтому они не знают русского языка. Тот, кто хочет, тот выучивает.